Эта обычная швейная мастерская в пригороде Парижа превратилась в маленький дом мод. Благодаря сотрудничеству с одним из местных брендов, четверо портных африканского происхождения попробовали себя в роли дизайнеров. Большинство нарядов в синем цвете. Коллекция получила название «Сен-Дени» и создана для рабочих. Этот проект называется «Мода – мое убежище». Он стал для меня убежищем после всех пережитых тягот. И эти автоматы Калашникова символизируют тот ужас, из-за которого я потерял ногу. Я не хочу, чтобы мои дети брали их в руки, поскольку это плохо. На изнанке каждого наряда фото дизайнера и краткая биография. Мисбах Уйсуф раньше служил в армии в Коморах, а его коллеги-женщины так или иначе были связаны с миром моды. Алжирка Фадила родилась в семье портных и с детства грезила о профессии модельера. Мечта сбылась в Сен-Дени. В мастерской 2 года я была простой швеей. Потом к нам пришла модельер Ким и рассказала о своем проекте. Он нам понравился, и мы смогли шить то, что хотим. Дизайнер Ким Хоу основала свой бренд в 2017 году. Ее цель – помочь обычным работникам швейных мастерских войти в мир моды. Этот проект не только передает послание миру, но и позволяет людям почувствовать, что их ценят. Ведь большую часть времени они чувствуют себя недооцененными, чувствуют, что находятся в самом низу этой цепочки. Но, возможно, они самые важные люди в моде. Модный бренд сотрудничает с 2 французскими магазинами и японским салоном. А его основательница планирует запустить подобные проекты и в других странах – Китае, Индии и Бангладеш.